Друзья, всем привет. Всем огромный привет. Ух ты. Вон лягуха, смотрите. Я думаю, будет видно. Прям посредине поверхности. Поверхности воды примерно посредине сидит. Значит, на месте, значит, еще никто не поймал. Да, кисюня? Урчишь. Так. Что здесь у нас? Хмурый. А ты радостный такой. Ух. Пойдем. Пойдемте пройдемся. Где-то видел рыжего только что. Сейчас найдем. Пожалуй, сегодня надо полить. Потому что дождя не дождешься. А уже несколько дней не поливали. Наверное. Ну-ка. О, земля сухая. Потому как какого-то виноградика покушать. Ну и возможно что-нибудь из него какой-то крепкий напиток сделать. Или не крепкий. Чем-нибудь такого. Вот он. Рыжий. Смотрите, как истоптанный огород. Весь в лапах. Так, персики падают. Надо персики снять, наверное, полностью с дерева. Да, они уже спелые. Ух, какой огромный. Мы их не поели, они у нас еще частично лежат в вазочке. Заходишь в кухню, они так пахнут. А вот какой огромный. Ух, красавец. Здорово, кот. Привет. Кисюня. Какой няшный. Такой маленький, а тяжеленький, сбитый, как говорят. Пойдешь гулять? Да, помидоров, чеснока, как и не было. Чисто поле. Вот, видите. Вот это урожай наших помидор. Труда вложена в них, тьма. Урожая нет. Поэтому будем... по возможности делать теплицу, удлинять ее, либо еще одну ставить. Ну, посмотрим. Все упирается в фити-мити, как говорят, финансовые возможности. А тут ляпота, тут все в порядке. Идет царь. Сэмик. Колышаноги, я кажусь. Сейчас попробую. Не, остановился. Думал походку его снять. Сзади. Шо, кот, привет. Ты уволень. Там рыжий когти точит. Ай, ты. Ух, ты ж непредсказуемый кот. Ух. Пошли. Кисюня маленькая. Здесь тоже польем. Да, друзья, я бы с удовольствием, есть возможность сесть на машину, поехать снять шикарнейшие места. Вид с Карачуна. Гора Карачун. Там такой открывается вид на весь город. Ну, ввиду невозможных, а обязательных неприятностей. Пока мы все там делать не будем. Дай бог все уляжется. И тогда вам откроются обязательно новые виды наших красот. Чего стоит Святогорск? Это вообще раньше назывался он. Да и сейчас никто название это не отнял. Донецкая Швейцария. Как же там красиво. Просто вот виды монастыря завораживает, который высечен из мела, меловой горе. Кисюня, Манюня, ты тут ночевала, что ли? Ласковая моя кошечка. Шо вы такие все изящные стали? На зиму разъедятся скоро.
или зимой растарабанит коту моих. Ой, на озере Ляпота. Тишь да гладь. Вот сейчас видно. О, черепаха. Вот видите, волны. Это плывет черепаха. Сейчас максимально разложу селфи-палку. Она у меня из трех частей. Ну, вряд ли это поможет. Вот она сейчас примерно посередине экрана. Небольшая такая, где-то сантиметров 10-12. Уселась на дне. Значит, не все так плохо, вода чистая. О, маленькие лебедята. И они растянулись по всему озеру. Вот здесь, вон тут два штуки, вон там один, вон там два штуки плавают. Посредине между ними вон один, а не два. Сегодня будет жарко. По прогнозу, завтра похолодание небольшое будет, вдыхнем свежего воздуха. Сейчас прям пройду домой, закрою двери все, потому как ночью более-менее было, а сейчас уже за 20. Родителей что-то не видно, лебединых, где-то, наверное, под камышом стоят. Что ж черепаха на дне? Это она так замерла и сидит. Плохо, что камера не приближает. Она на охоте. Вокруг нее плавают рыбы. Я вижу. Да, совсем маленькая. Черепашка. Кто-то трется от меня. А, собакевич мой. Ты моя собака. Серьезный такой. Кореглазый песик. Да? Фух, и рыжий нарисовался. Кисюня моя. Тут у нас Маша. А тут у нас рыжий. Иди сюда. Не хочет. Не хочет. Что-то так захотелось персика. Сейчас пройду съем. Сегодня тоже надо будет маме отвезти еще. Пусть покушает. Витаминов наберется. Уже так смотрю, у нас они не очень идут. Как-то охотку сбили и все. Но зато кучу денег стоит. И цена на них не падает. Ребенок не ест. Арбузы не ест, дыни не ест. Персики не ест. Яблоками так иногда побалуются. Пошли, Руди. А так, такие вот не ест. Кошмар, вот это задавило. Хмель задавил. Надо будет убрать обязательно. Ладненько, друзья, всем хорошего дня. Всем мира, добра, всем здоровья. Побольше. Кума, с праздником тебя. Господи, забыл совсем сегодня у кумы. Танюша, снюхай тебя. Всего самого-самого хорошего. Хоть волей судьбы пришлось выехать из родного города, но тем не менее. День рождения никто не отменял. Всем, друзья, мира, добра. Всем пока.